Второй матч между чеховскими «Медведями» и «Спартаком» решает судьбу чемпионского титула. Если «Медведи» выигрывают, золото их. В 17-й раз подряд. Пока многие только прокручивали в голове эту мысль, Чехов уже вел со счетом 8-1. А главной силой клуба на старте игры выступил Дмитрий Корнев. Долго настраивались, много смотрели материала по поводу игры предыдущей со «Спартаком». Вот. И настраивались просто на эту игру, как на последнюю. Поэтому, наверное, все и получилось. У нас хорошо сыграл вратарь, сыграли на блоке защитники. Удалось убежать и перебегать соперника, и забить легкие мячи, и не дать им забить. Меньше чем на 4 мяча «Спартак» в первом тайме к хозяевам не подбирался. Тайм-ауты результата не приносили. 19-14 к перерыву. Для молодой команды «Спартак» этот сезон, я считаю, крайне удачный. Мы образовалась команда только в августе и сразу скакнут на второе место. И по ходу чемпионата просто играть на равных с действующими чемпионами, с лидерами этого чемпионата. Я считаю, что для нашей команды, нашего клуба сезон удачный. Да, мы не выиграли в финале, но, наверное, сегодня чеховские «Медведи» были реально сильнее. К 40-й минуте финала «Спартак» после голов Ковалева, Черноиванова и Шелестюкова, мотивация которых, видимо, была самой сильной в этот день, сократили разрыв до 2 мячей. Но задача чеховских «Медведей» тоже звучала вполне конкретно. А у нас всегда один и тот же настрой. Мы только побеждать выходим на площадку, поэтому у нас другого настроя не бывает. Поэтому все было как обычно. Ну, естественно, мы понимали, что «Спартак» — это очень сильная команда, и старались, готовились по-особенному к ним. 35-29. Сирена. Комментировать результат можно по-разному, констатировать только так. Чеховские «Медведи» – 17-кратные чемпионы России. По Московской области выстроена схема работы с молодежью. Наши дети – 2002 год – чемпионы России, 2004 – серебро. То есть мы стараемся работать, и то, что сегодня здесь был, это был апогей, что молодость победила ветеранов. Кто-то умный придумал, чтобы что-то сделать, надо чеховских «Медведей» натравить на чеховских «Медведей». Но оказались молодые сильнее, выиграли. Вот. И я считаю, что та лестница, которая под эгидой губернатора Московской области была сделана, работа с молодежью, она воочию дает плоды. «Спартак» в дебютном для себя сезоне взял серебро. А впереди «Олимп» – Кубок России. В финале 4 у красно-белых есть шанс ответить за поражение. С учетом того, что сегодня не удалось зацепить серию, перевести ее в 3-й матч, сейчас будем копить силы на кубок. Ростех открывает дорогу научным прорывам и внедряет новейшие технологии. Мы поднимаемся в небо и космос, стоим на страже безопасности и мирного будущего. Мы расширяем возможности каждого человека. Ростех – партнер в развитии.